Еще в школьные годы Валентина Губская точно знала, что ее жизнь будет связана с театром. И хотя свою юность она посвятила занятиям художественной гимнастикой, окончив школу, поступила в ГИТИС – Государственный институт театрального искусства. Я окончила ГИТИС и попала в очень хороший театр. И сыграла первые 10 лет, всю классику переиграла. Мне повезло, я играла Островского, Горького. Я одну только роль Чехова, но я хотела всегда Чехова. Интерес к актерской профессии проявился у будущей актрисы еще в детстве, когда она ходила с бабушками на показы трофейных фильмов. Если я себя прилично вела всю неделю, меня бабушки водили на трофейные фильмы. Потрясающие трофейные. Это красоты, которые мы не видели вокруг. Одна разруха была послевоенная. А это такая была красота, что я поняла, что... Я не знала, как это называется, но я сказала, я хочу быть зрителем. Это первая профессия, которую я хотела быть. В 21 год Валентина Губская сыграла свою первую роль. Она воплотила на сцене образ романтичной Ассоль. Театр стал не вторым, а главным домом, храмом искусства, где актриса проводила все свое время, играла по несколько спектаклей подряд. Служение театру стало смыслом всей жизни. «Стеклянный зверинец» – одна из самых любимых пьес Валентины Юрьевны. Именно поэтому свой юбилей она празднует на сцене в роли Аманды. Я этот спектакль сделала себе 10 лет назад. Я очень люблю Теннесси Уильямса. Он современный, этот спектакль, он всегда современен. Эта мать не может справиться с детьми. И вот это о нас все. И кроме того, оно так написано все, что вот смотрят все. Эй, вставай с улыбкой, эй, вставай с улыбкой, эй, вставай с улыбкой, требует мать там. Коллеги восхищаются не только талантом Валентины Губской, но и ее оптимизмом, жизнелюбием, неистощимой энергией. Просто невозможно поверить, что ей 80 лет, потому что столько энергии, столько женственности в ней, столько... граней. Ну, просто мы все обожаем эту актрису, этого человека. Работать с ней, конечно, огромное удовольствие, потому что она очень живая на сцене, очень непосредственная, очень органичная и артистичная, поэтому купаешься в этом удовольствии, ну и, естественно, играешь сам, заводишься тоже очень. Море поздравлений и пожеланий от друзей, партнеров по сцене, работников театра. Все ее поздравляем, очень-очень любим, желаем ей побольше таких ролей, как сейчас. Я надеюсь, что она еще будет востребована очень много лет в этом театре, потому что невозможно такой талант не раскрывать еще больше. Она умничка. Еще как можно больше удовольствий. Я очень желаю ей тех ролей, которые она хочет. Вот. Я бы очень хотела, чтобы она еще все-таки выкроила себе время, все-таки съездила в Италию и все-таки посмотрела свою Флоренцию недосягаемую. Валентина Юрьевна говорит, служить в Одесском театре юного зрителя, дарить искусство детям и взрослым почетно и интересно. Ни один театр не может похвастаться тем, чем детский театр, который может играть для всех, начиная с 5 и до 100 лет. Всем это может быть интересно, если в театре интересно. Человеку столько лет, насколько он себя чувствует, говорят мудрецы, поэтому говорить о возрасте Валентины Губской не стоит. Актриса молода душой, она дарит минуты радости окружающим и зрителям, и коллегам. Такие люди делают мир лучше, радостнее и ярче. А еще тот блестящий молодой человек, в которого были влюблены все девицы в округе. Ой-я! Красавец Фицкий из Лунного графства. Мамочка, а сколько он оставил своей вдове? Не, он не женился. А что ты так говоришь, как будто все мои поклонники уже покойники? А он что, не умер? Нет, он переехал на север и сколотил состояние.